Всем привет, с вами Хевис. Сегодня мы будем тратить молитвы в Genshin Impact с моим другом Аргоном. Он их очень долго собирал, так что поддерживайте это видео лайком, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, делать ли еще подобные видео. Ну что ж, а мы начинаем. Какие персонажи мы должны сейчас достать отсюда? В основном, это самый красивый джунгли, который... Вот этот? Да, вот этот. Это парень? Это Гет. А сколько ему лет? 1000, да? Или там 2000? Ладно, давай открывать первую коробочку. Давай. Первую молитву, так сказать, тратить. Вообще тяжело они зарабатывают с этим молитвой? Вау, красивая анимация такая. Да. Ну, зависит от того, что ты делаешь. Но если ты дошел до определенного левела приключений, то там даются ежедневные задания. И ты выполняешь ежедневные и получаешь за это эти молитвы, да? В основном, если ты все выполнишь и отчитаешься, то тебе дают... Так, 50. Выпала дубина переговоров. Да. Это... Самое тупое оружие. Самое тупое. То есть нам вообще не повезло, да? Да. Ну что, откроем дальше? Да-да-да. Молитву можно зарабатывать разным способом. Можно зарабатывать за задания, за достижения, за открытие сундуков, когда бродишь по миру. То есть есть много вариантов. Еще можно за достижения некоторые зарабатывать. Лук ворона. Ну это тоже так себе, да? То есть 3 звезды это фигня. Ну да, это все. Можно их привести, по факту. То есть если 5-звездочное что-то падает, то это уже топовое. Это же камера. А если 4-звездочное, то это... Это повезло-повезло, да? Да, это повезло-повезло. Ну, неплохо, неплохо. Металлическая тень. Это меч, да, получается? Да, это меч. Его потом продать можно. Не, не можно продать. Его можно потратить на улучшение. Стой, давай сейчас 10 раз. 10 раз прям? 10 раз, потом по одному, а когда останется последние 10, тогда сразу все. Давай. Хорошо, давай. Давай скроем сразу давай. 10. Давай. То есть раз давай. Сейчас... А, ну в принципе падает все то же самое. Здесь гарантированно с десяткой падает эпик. Ага. Прикоп. То есть есть какая-то гарантия, если тебе падает 10? Да, есть 10 гарант. А там, если просто по одной, то нету гаранта, да? Тоже есть гарант. Просто... Ну пока нам не особо везет. 90 крутка, в худшем случае, дают тебе легендарку. О, да, это... Смотри, есть такая фишка. Если у тебя уже есть персонаж этот, то там есть такая фишка, как созвездие. Созвездие там... Это улучшение, да, своего персонажа? Да, это типа улучшение. Это улучшение. Ну, это я не Фэйн, это какая-то красивая тёлка, надеюсь. Надеюсь, тёлочка. Ну, да, судя по ножкам, она красивая. А то, блин, в этой игре все персонажи, кстати, очень похожи друг на друга, и они все похожи на тёлок. Не знаю почему. Ну, для меня, по крайней мере. Может, для людей это нормально. Ну, так сказать, основное количество персонажей — это девочки. Ага. Ну, это хорошо. Это же игра делалась для мальчиков, так что все логично. Так что тут не переживай, тут и девушки играть. А... Меч небесного всадника. Ну, то есть это уже падало, да, если я помню? Это падало. Можно и... Это Черное. Оружие, как я говорю, можно потратить на улучшение другого оружия. Более крутого. Вот это уже какой раз 4-й падает где-то, может даже все больше. Равно. Опять оно. Это не страшно. Их можно перевести. Дубина. Дубина? Да. Все, вот это все, что нам выпало, ну вот это типа гарантированный был, да? Ну, это. Это просто... что такое? Это то самое, так сказать, свободный звездный блеск. Это фишка, которую можно в магазине кое-что. Ну, я сам думаю, буду знать, как. Хорошо, хорошо. Ладно, давай дальше. Все, идем дальше. Получено, да. Да, получено. Дальше. То есть открываем только этого персонажа, вот это вообще. Да, да. Это потом. Напоследок. Это потом, окей. Сейчас дальше. По одному. Ты здесь. Полетели. Полетели. Эти красивую анимацию сделали, да? Да. Ну, конечно, падает. Есть сезоны, это самый персонаж легендарный, и есть стандартный. Стандартный легендарный, да? Выпадение сезона, типа... Как сказать? С персонажа событий. Это, ну, 50 на 50. Если тебе он не выпал, этот персонаж за 90 круток, то следующие 90 круток он тебе обязательно выпадет. Ну, то есть тут нет особо такого прям рандома. Ну да, по-любому гарантированные награды. Вот именно. А сколько примерно времени ты собирал все вот это? Все вот эти круги? Я не знаю, я играю... Все молитвы, то есть сколько ты молился, чтобы получить столько всего? В чем прикол? Я на 90 это круто, когда я где-то играю... О, кстати.
если на этого персонажа собрать все созвездие, то она очень боговая. Сейчас, ну, на новичках... Это же девочка тоже, да? Да, это девочка. Самая лучшая. Самая... Тебе повезло, поздравляю. Ну да, спасибо. Тебе, конечно, у тебя радости, как будто золото в Warface вывел. Блин. Кстати, в Warface было бы научиться чему-то здесь. Факт выбывания. Ну, в Warface качают бабки, грантом, а не это. Они везде делают игру. Так ну, что... здесь больше бабок качает. Ну, с геста нас не решает. Знаешь, в чем прикол? Ну, эта игра слышу, больше игру... для PvE, понимаешь? Как? Да, это PvE. Я слышу, что PvE. Эту игру больше называть донатами помоги, чем Warface. По факту. Кто это говорит? Ну, в чем прикол? Да, некоторые мы знакомы. Ну, в чем прикол? С геста донат не решает. И каждый знает, на что донатит, и знает, что он хочет. Просто на. Вот книга? Здесь ты не молишься на рандом в основном. Здесь ты более-менее ориентируешься, на что тебе нужно. Угу. По факту. Подожди, руководство по магии. Это что такое? Это катализатор. Это такая фишка есть, как магия еще. То есть ты будешь изучать какие-то заклинания? Не, это как меч. Который, ага. Которого ты можешь атаковать. Короче, хлам, да? Не, ну, как посмотреть. Ну, она третьего уровня, соответственно, то есть 3 звезды всего лишь, так что... А такая себе. Не переживай. Еще одна. Ничего. Не хватило нам одной, нам дали еще одну. Ничего, все окей. Ну, понятно, что окей, у тебя типа выбора-то нет. Ладно, погнали дальше. Ну, попа. Все прям сливаем на этого персонажа? Да, все сливаем. Но по факту я уже с одной кнопкой выбил гарант. Следующий мне по-любому будет этот лимит. Подожди, то есть следующая коробка уже да, будет... Да, это... Нет, следующий персонаж легендарный будет Субики, так сказать. Ага. Ничего не понял, но очень интересно. Это я так говорю. Какое событие там должно упасть сейчас? Ну, событие — это карточка, это баннер, факт. То есть по фиксированной прицелу да, можешь купить или да, что? Да, да, не по фиксированной прицелу. А просто получить его по гарантированию? Ты просто получаешь его гарантом. Я тебе говорю, там есть такой шанс 50 на 50. Если 90 круток ты не выбываешь легендарную перса, не, ну красиво идет, накрутится, конечно. Событию, то ты его в следующий раз по-любому. И на следующий баннер так само оно распространяется. Угу. Ты мог быть 50 круток. В общем, почти рандома нету. Ну, то есть рандом есть, но как бы тебе есть 100% шанс получить персонажа, да, которого да. ты хочешь. В Warface такого нет. Ну, в Warface ты, конечно, тратишь там 1050 кредитов или 60, и ты 100% выбьешь золото. Ну, да, ну, да. Но обычные можешь так и не выбить. Вот, вручь меч. Даже не знаю, куда его пихнуть. Четвертую звезду, да. Четвертую все равно. Это круто, да? Будет. Более-менее, я не знаю. Его так как-то... И какой-то тебе бонус еще дали, звездный... Да, это звездный блэк. Я тебе говорил. Хорошо. Так, осталось всего лишь 7 открытий. Сейчас посмотрим. Может, какой-нибудь персонаж опа! Дропнется? Это чё? Он. Куда ты легендарка. Вау. Спасибо. Джун Ли. Джун Ли, собственной персоной. Как он красиво выглядит, слушай. Да. Все, мы выбили тебе самого мощного чувака. Да, самого мощного чувака с баннера. В игре, да, получается? Это самый крутой танк, как я знаю. Танк? Да. Причем тут у него танк? Самый прочный щит. А-а-а. Его, в смысле, его игры самый крутой щит. То есть мы сейчас выбили тебя... Как он, старик называется, да? Чун Ли? Да, дед. Старичок. Дед. Дедуля. Ничего себе, хотел бы я так в старости выглядеть, слышишь, таким дедулей ходить. Ладно, все, мы выбили тебя самого мощного. Да. Давай еще покрутим. Давай, конечно. То есть, а вот эти все... Кстати, мы всех, да. получается, выбили, кроме вот этой вроде. Да, вон у меня есть. А. Ну все получается. Ну все равно, давай. Давай, открываем. Еще 5-6 штук у нас осталось. Да, еще. То есть мы этого где-то 100% должны были выбить? Или да, в большинстве случаев. Там говорят, что в самом худшем случае с 90, но там 70-80 прокруток он в большинстве случаев выпадает. Так что... Ну это круто, то что ты получил самого крутого персонажа в этой игре. Поздравляю тебя. Не самый крутой, это не самый крутой персонаж. Ну это самый мощный бронированный танкист, так сказать. Ну да, это самый мощный танк, по факту. Ну, то есть коллекцию у тебя какого-нибудь мощного, это круто. Теперь ты будешь с ним бегать, да? Ну да. А что он может-то, кстати, кроме вот щита? У него кидать, есть какие-то... Кидать мечи? Метеорит, пинать копье эпично. То есть кстати. Метеорит? Да, у него... У каждого персонажа здесь есть обычная способность, и метеорит, и ульта, точнее. Ага.
Но это надо еще поизучать. У каждого есть своя уникальная атака. Этот персонаж владеет копьем, и он, так сказать, анимация ударов этого копья очень классная. Очень классная анимация. Это круто! Это очень круто. Поздравляю тебя еще раз. Повезло, спасибо. Повезло. Ну тебе могло не повезти, мог вообще не выпасть. Что, последний раз? Да ничего, я бы постарался нафармить и кое-что. Но это совсем должно не повезти, чтобы его не было. Ну мы уже выбили. А что это такое напоследок? Изумрудный шар. Это как книга. Книга тоже, да? То же самое, что книга. Да-да-да, катализатор. Понял. Переходим на синий баннер. Открываем? Да, открываем. А в основном я приводил на... На что? Тот баннер. Ну, тебе опять мишка выпала. То есть такая же, как там. Тут награды немного... Да-да-да, они... Здесь, совпадают, да? Здесь так, вместо персонажа еще здесь можно выпасть легендарное оружие. Ага. Хорошо. Если хочешь выбить персонажа, то лучше иди на... Меч, дракон, баннер сбития. Меч, дракон, не крови, да. Интересно. Я не играл, когда был новичком. Финальный злодей здесь это дракон, да? Насколько я... Не, здесь не дракон в финале. А кто? Там еще очень... Ну смотри, сюжет по факту. Да? Только как минимум на... Или на максимум на 2/7 закончен. По факту. То есть еще все не доделали, да? То есть получается, да, еще даже не в курсе, кто будет. Да, постепенно будет добавляться сюжет и... Игра каждый будет герой побывать, да? Будет получать разные способности каждого элемента по факту. Короче, ясно. И все еще очень сильно запутано, еще очень много всего предстоит тебе пережить в этой игре. В игре только и кода нет. Ну, где-то в сентябре будет. Лук вором. На выпуске. Что-то ничего хорошего больше не упадает, слышишь? Это да коробка. Ничего. Да нищеброда, да, получается? Все равно. Или это та коробка? Не, потому что я здесь толком ничего не крутил, поэтому мне не очень везет. А, то есть, если ты уже выбиваешь что-то с этой коробки? Не, чем ты больше крутишь, тем больше шансов на то, что ты заберешь лего. Понял тебя. Оп. Че? Что-то хорошее сейчас? Да, хелка. Книжка четвертого уровня. Ну, знаешь, я не знаю, куда-то я его, может, впихну. Его можно использовать. Так, да. Походу, это все, да? Нет, еще. Нет, еще один. Еще один. Да, последний сейчас раз. Сейчас просто надо. Открываем, посмотрим. Не, ну, все равно. То есть по анимации можно понять, что тебе уже не выпало что-то хорошее. Да, если тебе фиолка там по анимации, то там фиолка. Ты понял. На этом все? Или можно на еще что-то сделать? На этом все, получается. В принципе, спасибо за крутку, спасибо, что выбил мне персонаж. На этом все, будем с вами прощаться, ребят. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, ждете ли вы еще выпусков по этой игре, потому что у меня еще есть люди, которые хотят, чтобы я им открыл. Всем пока! Пока-пока.